Владимир Сапрыкин. Курортный сбор. Читает автор. Законодательная власть живет, как прежде, только всласть. Ей чужд достаток россиян, евреев, русских и армян, которые живут у моря, сдают жилье, не зная горя, торгуют морем, как товаром, и круглый год всегда с наваром. И вот решили депутаты, используя людей мандаты, не заводись народом спор, а учредить курортный сбор. Они всегда все понимают, но Конституции не знают. У них больная голова, и нарушаются права, права свободы россиян. Курортный сбор – это изъян, и брак работы слух народа, родивших этого урода.